привет. Сегодня 3 января, на улице минус 30. И день рождения клуба джиберов в Тюмени. Раз такой мороз, решили перенести в рот выезд в лес на 5 число. Ну, а раз сегодня все-таки праздник, то мне ехать нужно по делам, то я прокачусь через поле. Как обычно, заметенное, небольшой уфроуд, попробую получить и вам показать. Погнали. Вчера в обед здесь проезжал, было заметено. Это мои следы, кто здесь не ездил. Ну, по пробитой дорожке проехать на такой машине, как у меня, проблем не доставит. Ну, дорога не заметена, снега не сильно много, чтобы было что посмотреть. Поеду снова по целине. Здесь реально снега мало, чтобы проверять проходимость, нечего. А там вроде дальше побольше заняло. Поедем, проверим. Даже это для него ерунда. Полный привод без пониженный режим. Ерунда. Вот так он крутит. Может, еще можно сказать стоповый. Двухчасовый. Липучка 33-я. ДВ-3. Глубина больше. Поедем дальше. Пробуем съехать на целину. Метров 20 проехать. Простройка идет. Смотрим, как получится. Здесь сильно стянуло вправо, с бампера на передней части уперся. Естественно, вперед не доехал, выехал надо. Смотрим, что у меня по бамперу. Как раз попался. А, бампер он даже не задел. Чисто колесо. Последний выезд остался. Здесь как раз глубокая колея, там небольшой подъемчик. Попробуем взять его. Вот и осталось вот это препятствие пересечь. Я на дороге. Ну вот и все. Ленд-крузера это, можно сказать, ерунда. Пока не повесит на брюхе, конечно.
Ладно, джиперов всех с праздником. 5 числа увидимся.